19 августа, 17-й год, Харьков, 13:38 по Киеву. Две последние достопримечательности Харькова на сегодня. Символы города Харькова: площадь Свободы и Газпром. Здание Газпрома, которое начали строить в 1928 году, как ни странно, долгое время было в Советском Союзе самым высоким зданием. Считалось небоскребом. Что, конечно, потрясающе в 2017 году считать это невысокое относительно здание небоскребом. Как-то даже странно. В общем, все. Артышка. Что? Где? Артышка. Ухтышка.